Я веселая свинья. Я веселая свинья. Пиги-пиги. Здравствуй, папа. Кукла, помни, ты откуда здесь взялась? Я морф. Ты морф, значит, ты кто-то превратился в тебя. Кто ты? Я твоя дочка. А, Рита, привет. Нет. А, Вика, привет. Нет. Так, не Вика, не Рита. Кто же? А, вспомнил. Или нет? А, Арина, ты что ли? Да. Ясно. И что ты, где ты взяла? Надо пройти обе на двоих, и ты получишь такого морфа. О, прикольно. А, куда идти? Я готов. А, вот тут написано. Вот, идем. Слушай, а для того, чтобы было прикольнее, сейчас кое-что сделаю. Смотри. Сейчас я делаю ресет. И... Вот кем я стал, смотрите. Теперь я буду проходить вот таким, ребята. Нам не пройти. Пройдем, поверь мне. Давай, так, огонь и вода. Я огонь. Я вода. Ты вода, все, идем. Так, я огонь, я иду нажимать кнопочку. Ты нажала кнопочку. Идем, быстрее, тут на время. Кукла, помни. Так, я огонь, надо не забыть, что я огонь. Все, отлично, нажимаем. И вместе, погнали. Вот она. Это было легко. Это было очень изи легко. Я тоже морфируюсь в нее и говорю вам, подпишитесь на канал и поставьте лайк, и мы проходим дальше. Так, ну что, давай по очереди начнем с этого синенького. Это кто? Это Шелушай. Шелушай? Да. Это что значит? Это кто? Кто? Откуда он? Это что за... Это Смурфкэт. А, Смурфкэт, понятно. Так, тут друг на друга запрыгиваем. Отлично. Нажимаешь кнопочку, нажимаю зеленую, ты идешь. Нажимаешь мне зеленую. Теперь ты идешь. Да, и мы с тобой нажимаем синие кнопочки. И мы уже прошли, ребята. Изи просто, да. Лайк ставьте, то, что мы так быстро проходим. Я им встану. Давай, где ты? Смотрим, Ариша превращается. Нифига себе, он большого роста. Я думал, маленький будет. Идем дальше. Дингл. Давай, шелупонь, пойдем. Шелушай. Шелувшей. Тащи кубик. Вон туда вот. Ой. Нет, держи кнопку, лучше я буду тащить. Нет. Ну давай, попробуй дотащи. Только его надо потом будет в синюю тащить. Ага. Раз ты хочешь нести, неси, я вот держу. Только не урони. Да, стараюсь. Отлично. Пусти меня. Супер, ребятки, все, мы здесь вот проходим. Нажимаем вместе кнопочку и... Ура! У нас новый мод. Ой, какой-то грустный пружинка, маска. Морфанусь, смотрите, какой я стал. Ой, я плачу, потому что кто-то не поставил лайк. Ариша тоже плачет. Мы оба плачем, Ставьте скорее лайк. Все, идем. Следующий, кто инопланетный туалет? Скибиди туалет. Здесь. Ага. Я нажимаю, ты проходишь, и ты нажимаешь. Отлично. Пока, короче, уровни изи, просто изи уровни проходят. Да. А я все еще плачу. Кто-то не подписался на канал. Я реву. Мы так смешно прыгаем. Да. Ручки в стороны. Нажимай кнопочку. Все, пойдем. 5 секунд, и мы... Так, я не буду в это чудище превращаться. Я буду лучше плакать. Я плачу, потому что Ариша превратилась в инопланетянина из туалета. О, все, стало нормально. Мы еще странно ходим, кстати. Да. Все, пошли, синяя свинья. Пиги. Текс. Оп. Давай. Кубик. Ага, сначала нажать, тащи. Иди. Ага. Так, стой, здесь надо хитро сделать. Опа. Не-не-не. Здесь надо хитро сделать. Нажми желтую кнопочку. Отлично. Хитро сделал, но наступил на лазер. Так, толкай его чуть-чуть. Куда? В мою сторону. Чуть-чуть. Вот. Еще чуть-чуть. Все, стой. Все, запрыгиваем на него и наверх. Ой, я упал. Нажимаем. Давай. И мы прошли. Отлично, ребятки. Ура! Мы становимся пиги. Я веселая свинья. Я веселая свинья. Пиги.
Эй, ты, свинка, ты чё упала? А, веселая свинка Аринка упала вниз и проиграла, а я пошел сюда. О, забери подарок. Бесплатный? Да. Ух ты, я взял. Инопланетянин, ой. Я космонавт. Космонавт. Смотрите, как я прыгаю смешно. Ну-ка сейчас. Да, я летаю вниз. Парень с зубами. Как я был в начале серии. Но здесь мы не пройдем. Давай желтый будем проходить. Не, давай этот. Ну, давай попробуем разочек. Вдруг получится. Итак, я огонь, как обычно. А я вода. Давай. Вода, на меня вставай. Ой. Ну, о, в самом начале. Сейчас уже... шелушаем стану. Отлично. А я космонавт. Есть. Так, дальше я огонь. Я иду в ту сторону. Отлично. Так, у нас время пошло. Надо обязательно подпрыгивать, иначе... В смысле? Надо было в другую сторону Блин. Идти. Да. Ладно. Давай вот. Попробуем. Сейчас. Отлично. Ой, сейчас я приду. Стой там. Ага. Да как так? Чуть дальше сдвинься. Да как так, ребятки, видите, какой-то глюк тут. Я не пойму, почему. Да что ж такое-то? Может, попробуешь просто перепрыгнуть? Не, просто не перепрыгивается. Аморфонить в другого человечка. Сейчас. В свинью, да? Да. Ты веселая свинья. Есть, в свинью нормально. Так, и смотри, нам здесь нужно пробежать будет по диагонали. Понятно? Да. И не попасть на лазер. Погнали. Ой. Попала на лазер? Да. Но это плохо. Я дошел, а ты нет. Я в шоке, а ты нет. Времени, кстати, достаточно тут. А я из центра пойду, мне так проще. А, уже идем? Конечно. Получилось у тебя? Да. Отлично. Фух. Ура! Так, а что здесь? Стой на кнопочке. Стою. Я космонавт, я космонавт. Я веселый космонавт. А! В смысле? Вот это ты лоханулась. И прыжок не сработал. Ладно, ребятки, в это же место мы переносимся, как уже прошли. Так, мы сюда дошли. Теперь я иду по красной. А я по синей. Да, мне тебе надо дождаться, пока ты там пройдешь и нажмешь зеленую кнопочку. Давай цветами поменяемся. Итак, мы снова здесь. И должны будем сейчас пройти. Так. Фух. Молодец, так, жди. Опа. Иду, иду, иду. Есть, идем теперь к желтым кнопочкам. Нажимаем. Ура! И мы самый сложный прошли красный уровень. Новый морг. Смотрим, где он, самый крутой. А почему он не появился здесь? Так. В смысле? Уже есть этот морг у меня написано. Смотрите, ребятки, это глюк. Здесь его нету. А нажми купить. Ага, предлагают купить за рубаксы. Ребята, нас обманули. Наверное, когда все остальные откроем, может, тогда он откроется. Но это это обман какой-то, ребята. А может, забери подарок? Подарок, ладно, заберу. Так, забираю подарок. И я сейчас, смотрите, морф. Вот, морфанусь. Я девочка-кукла из игры кальмара. А Иришка стала вот этим чудиком. Пошли туда, а то мы с тобой цветами разными. Пошли. Вот, ребятки, смотрите, какой я некрасивый. Фу, я смотрю. Зеленый цвет, красный цвет, зеленый, красный. И у меня так и не появился этот морф. Ну-ка, я сейчас попробую сделать ресет. О! Я почти такой, ребятки. Я почти такой. Ну и так смотрим морфы. И у меня он так и не появился. Это странно. У Аришки есть, у меня нету. Короче, здесь еще можно пройти много уровней и собрать всех морфов. Поэтому ставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока! В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка папа и дочки яркие. Папа и дочки джойстики. В
Футболка папа и дочки яркие. Толстовка папа и дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папа и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения.